Лукашенко Діяна, 5 клас. Володимир Дубовка. Як онук деду допомог. Казочка Грета. Вельми старая. Ходить по свете. С краю до краю. Казочку Грету. Ведаюсь люди. Ды нагадать им лишним не будет. Неде далеко. У весы маленькой. Век доживал. Свой детка старенький. Старость не радость. Сяди на миски, так и льется с кожной лыжки. Позаливает чистый обрус. Ён и затиркой, ён и капустой. С этой причины деда старого есть и саджали каля порога. Деда старого с миски с чарбатой так и кормили мама и тата. Деда унучок, мамин сыночек, ножик узявши, сел у куточек. Нечто майструе, нечто складае. Буде напевно царская кая. Мать и пытае, любы сыночек, что ты майструешь, севши у куточек. Что ж это будет? Скриночка? Быцам. Будь, матуля, гэта карыца. Вырасту я, як вы деда старога, вас посаджай каля порога. Тату и маму буду кормить постной затейкой, просто с карыца. С гэтай причин, с гэтага часу деда старога больше не саджай каля порога. Разом с сям'ёю ён и обедал, гэта помог. Унучок, деду, казочка гэта, вельми старая, ходить по свете с краю до краю. Кто про яе и забудется, может, унучок маленький знов да поможе. Ён почитае, хоть ведают люди, але напомните, лишних не будет.